Сибирская тайга. Все дальше и дальше приходится ей отступать. На берегу Ангары растет Братск, город, где живут строители и работники самой большой в мире гидроэлектростанции. В канун 23-го съезда партии «Братсгэсстрой» за большие достижения в развитии отечественного гидроэлектростроительства награжден орденом Ленина. Нынешний год будет годом окончательного завершения строительства ГЭС. Но уже сейчас ее турбинами выработано свыше 39 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Восточная Сибирь становится крупнейшим энергетическим районом Советского Союза.